Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня у нас утка вылила утят. Вот. 13 штук. Было 14 яиц, одна пустая была. И вот она вывела 13. Все они коричневые. Сама утка тоже коричневая. Вывелись на 35-й день. Они первые две недели очень слабые, ну, в смысле, неактивные. Вот активность у них уже на полтора-второй недели, на полтора-второй недели, да, уже начинают они более такие шустрые. Самка защищает своих детенышей. И вот еще одна утка у меня вывела, сейчас я вам покажу. Вот они. Эти уже возрастом побольше. Вода у них кончилась, надо поменять. Эти уже на дня три больше. Эти уже более-менее такие активные, в отличие от этих. Они все коричневые, в основном мне нравится коричневый цвет. Есть черно-белые, есть просто белые. Но именно этот цвет мне нравится. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Если есть вопросы, напишите ответы.